2021 году в рамках республиканской программы «Башкирские дворики» благоустроены дворы многоквартирных домов строителей 5А. В рамках данного проекта выполнены работы по замене бордюров, устройства тротуаров, асфальтирование проезжей части, устройство парковочных мест и, самое главное, получилось у нас устройство детской площадки. Детская площадка в стиле строительной площадки. Здесь у нас на этой детской площадке оригинальные игровые элементы. В результате реализации данного проекта мы получаем комфортное условия проживания на данных дворовых территориях всех категорий жителей. Программа «Башкирские дворики», ждали мы ее, ждали некоторое время, наконец-то дождались. И что у нас получилось? Получилось у нас вот что. Появился асфальт, появился вид, появились детские площадки, зоны отдыха, автостоянки, парковки. Это тоже хорошо. А чем хороши еще башкирские дворики? Они хороши тем, что в кое-веки, в наше время, постсоветское время, стали благоустраивать дворы, площадки, дороги строить, мосты строить. А это все сближает людей, сближает наше многонациональное государство. На строительство этой площадки мы пришли в июне месяце. До июня месяца было проделан большой объем работы на установку бордюрной камней, подстилающего слоя под основание. Также сделали мы детскую площадку с соблюдением всех правил техники и безопасности. Углы все были изолированы. Покрытие у нас сделано, резиновое покрытие. Очень качественно сделано. Конечно, во время работы было очень много трудностей, но эту трудность мы как-то успели преодолеть своими силами. Агидельские рабочие работали все здесь. Иногородних мало нанимали и находили варианты, чтобы этот объем работы выполнить качественно и добросовестно. Благодаря программе «Башкирские дворики» очень сильно развивается в республике эта программа, и буквально города все преображается. И мощной новой команде Гильфанова здесь Агидель просто становится сказочным. И очень необычная площадка в городе Агидель называется «Первостроитель». Мы не одну эту площадку сделали, но она очень оригинальная и очень такая развивающая для детей. Финансирование данного проекта производилось за счет средств республиканского бюджета, местного бюджета и софинансирования жителей. В результате реализации данной программы хотелось все-таки сказать большое спасибо нашей республике за финансирование. И непосредственно строители, которые выполняли строительно-монтажные работы. И, конечно же, жители, которым мы тесно отрабатывали в реализации данного проекта.